Сегодня днем на водопроводной произошло ограбление. По словам очевидцев, мужчина пришел в один из офисов, который находится в бизнес-центре Токио, с целью трудоустроиться. В ходе общения он внезапно ударил сотрудника фирмы и забрал у него ноутбук. Злоумышленнику удалось скрыться на трамвае 13-го маршрута. Подробности этого инцидента в наших следующих выпусках новостей.